Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я вам покажу один очень интересный бой, который мне лично понравился на Черчилле ГЦ. Многие говорят, что машинка унылая, но я, честно говоря, данного малыша считаю как одновременно крайне уродливым по своему внешнему виду, так и довольно прикольной фановой ПТшкой на своем уровне. Почему именно так, посмотрите в самом видео, но заблаговременно хочу попросить, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ну и смотрите все новые и новые честные обзоры на машины. Если вы за честность обзоров без каких-либо приукрашений, на данный момент на канале уже более 400 честных обзоров на танки, такими какие они есть, и на товары в магазине. Возвращаясь к Черчиллю ГС, данная машина мне попала в руки исключительно случайно. Я ее получил бесплатно и, честно говоря, очень сильно обрадовался тому, что данный уродец теперь осел в моей коллекции. Довольно часто я выкатываю его из своего ангара. Что касается обзора на данную машину, можете посмотреть вот здесь вот наверху. Ну а то видео, которое вы сейчас увидите, это безусловно не стопроцентная реальность жизни данной ПТшки в боях. Это просто красивый бой, который доставил мне удовольствие и больше чем уверен, что и вам. Периодически попадаются такие бои, поэтому приятного просмотра, всех благ, мира вам и спокойствия. Ну а в конце видео там где-то прозвучало бы пока-пока. Ну а сейчас к просмотру.